мая в России прошел единый государственный экзамен по базовой математике для всех выпускников страны. Отметим, что сдача данного экзамена является обязательной для получения аттестата. Ежегодно он проходит для учащихся на базе школы номер 6 имени генерала Омарова. Тут для детей проводят инструктаж и знакомят с главными правилами. Сам экзамен состоит из двух частей. Первая является тестовой, а вторая – практическая, где школьники должны решить геометрические и математические задачи. Основные правила проведения экзамена остались прежними, были внесены некоторые изменения исключительно в техническую часть работы организаторов. Кроме того, на протяжении всего года Управление образования города Каспийска совместно с руководителями школ города проводили семинары, лекции и собрания с родителями и учениками, где подробно объясняли, как правильно подготовиться к итоговой аттестации.